22 января пришло время покидать прохладный Луанг Прабанг и перелетать в солнечный Бангкок. Цена такси до аэропорта составляет 50 тысяч кип или 7 долларов США, а расстояние всего 4 километра. И я решил пешком достичь этой цели. Скажу вам сразу, это довольно-таки легко. Ну, конечно же, если у вас небольшие сумки с собой. Аэропорт находится в новой части Луанг Прабанга, и смотреть здесь особо не на что. Когда до аэропорта оставалось где-то километр, меня подвезли вот на этой вот машинке. Спасибо огромное местным. Вот такой вид имеет международный аэропорт Луанг Прабанга. Это зона отлета на входе в аэропорт. Стойки сдачи багажа и получение билета. Зона duty free. А это зона посадки на самолет. А вот так осуществляется посадка на самолет. А так выглядит этот аэропорт со взлетно-посадочной полосы. И вот пришло время покидать Луанг Прабанг и в целом Лаос. Впереди ждал аэропорт Дон Муэнг в Бангкоке. Если вы хотите увидеть Луанг Прабанг особенно красивым, тогда вам точно нужно покупать билет на самолет. Никакая гора Пудзи, никакие походы на другие горы не раскроет так красиво город Луанг Прабанг, как взлет с международного аэропорта Луанг Прабанга.
А вот такой красивый закат удалось мне запечатлеть во время перелета в Бангкок. Самолет начинает маневры, так как скоро мы сядем в аэропорту Дон Муэнг, Бангкок. В аэропорт Дон Муэнг я прибыл в районе 5 часов вечера. Перелет длился всего 1 час. Сам аэропорт огромный. До аэропорта нас перевезли на таких вот автобусах. А в самом аэропорту заблудиться очень тяжело, потому что информативные указатели всегда вам покажут, куда нужно следовать. Это обменники, но здесь много денег не спешите менять. Будьте готовы к тому, что в зоне прохождения паспортного контроля будут огромные пробки. А так выглядит Дон Муэнг в зоне выхода из аэропорта. До моего отеля Smile Inn мне пришлось добираться порядка 3 часов на автобусе за 23 бата из-за того, что пробки вечером просто невиданных размеров. А так выглядит мой номер в отельчике Smile Inn. Это одноместный номер, в котором есть все. Цена за 4 ночи составила 63 доллара США. Этот отель находится в старой части города и практически в пешей доступности до всех достопримечательностей старого города.